Жилищные кредиты – наше все. В этом году красноярцы покупали квартиры в кредит в два раза чаще, чем в 2012-м. Это подсчитали специалисты Росреестра. И вот какие цифры они опубликовали. На 77% выросло число зарегистрированных прав на жилье, купленное в кредит. Чтобы было понятно, сравним. За 9 месяцев 2012 года было зарегистрировано 16 685 квартир в кредит. А в этом году с января по сентябрь горожане успели оформить уже почти 30 тысяч прав на недвижимость, взятую в ипотеку или с помощью целевого займа. Да и в целом в этом году получилось, горожане активнее оформляют право на жилые помещения. Разница с прошлым годом 17%.